В течение долгого времени ученые утверждали, что объем выбросов парникового газа в Китае самый большой в мире. Теперь заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформы Китая Се Чжэньхуа впервые признал, что ученые правы. При этом он все еще настаивает, что Китай имеет право продолжать увеличивать объемы выбросов. Си сделал заявление во вторник, 23 ноября, в Пекине в преддверии конференции по вопросам изменения климата, которая пройдет в Мексике. Сейчас мы занимаем первое место в мире по объему выбросов в атмосферу. В то время, как мы обеспечиваем устойчивость нашего развития, нам нужно предпринимать активные шаги по сбережению энергии и сокращению объема выбросов. Несмотря на признание, комментарии Се были удалены из официальных записей встречи и с правительственных веб-сайтов. Во вторник Се также рассказал о стратегии режима КНР на предстоящей конференции в Канкуне. Китайский режим ожидает, что богатые западные страны сократят объемы выбросов и позволят развивающимся странам не нести ответственности. Се сказал, что он хочет, чтобы западные страны сократили выбросы на 40% и приняли участие в формировании 30-миллиардного фонда для поддержки более бедных стран.